Сегодня у нас 8 марта 2018 год, утро. Вот Игнатий Иванович что-то там смотрит. Печку уже с утра затопил Игнатий Иванович. Помолились, события дня записали. Он сейчас собирается на улицу. Отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Мы сегодня... Я попросил Володю заснять это от начала до конца. Некоторые не знают. Вот, ну, мы сегодня уже, как всегда, в 4:40 встали. Правда, пораньше. Тут один человек настойчиво звонил. А я печку затоплял. Потому что я раньше ложусь. И уже успели мы помолиться. Сейчас вот составили почти чуть не часовая запись получилась о событиях дня. Очень интересно. Надо запомнить это за 7. Сегодня 8 марта. И вот показать, залетела недавно голубка, я успел захватить ее там. А она на чердаке, сейчас пройти туда. Что интересно, дикарка, дикая, но два хохолка. Это только у породистой голубей бывает. Почему, не знаю, я решил ее оставить. А поместить негде, у меня вольер один есть в 5-м складе. Там, ну там надо открывать все время, там не знаю как это. И там могут мыши мешать. Ну не знаю просто, что сделать. Но мне охота посмотреть, как в природе это действует. Когда... Она парит, то есть высиживает яйца. Она уже два яйца снесла. Со вчерашнего дня уже два. Она одно яйцо снесла и не села. А стоит над ними, температуру не создает, чтобы одновременно оба, второе, через 3 дня снесла, одновременно начать парить. Иначе первый выведется на 3 дня раньше и будет того забивать. Вот природа все усмотрела. У домашних голубей тут как-то все сбито там это. Ну, человек уводил свое наставление. А это именно так, как есть. И поэтому они его еще даже не воспитали, не вырастили. Один голубенок с прежнего выводка. А это уже село парить. А это девать некуда. Я решил так, сейчас, когда они вернемся, я принесу. И когда они облет сделают, она уйдет, жена его, тогда я ее выпущу отдельно. Как он среагирует на новый женский пол? Бывает так, женщина в роддоме, а мужик в это время по своим делам, там, других заводит знакомства. Как это в природе узнать-то? У коровы, у других это не узнаешь. Почему? Ну, там, как говорится, полигамия. Много жен может. А у голубя моногамия, а одна жена. Это определенно, это уже... Другая даже не подпустит его. Но здесь, как он себя поведет. А что дальше? Ну, просто узнать. Так исследователи и ведут. Это большая работа. Вот говорят, Иван Петрович Павлов, физиолог, лауреат Нобелевской премии. А кто знает его характер-то? У него-то над колбами сидят день и ночь и смотрят, как идет, где что влияет. И он зашел, а лаборант спит. Он выхватил эту колбу-то с раствором-то и по башке его расколотил. Заново все начинать. Полгода пропало. Я как дальше запишу в это время-то? Ну, вот, знаете, я легенда, там показано у него целый там дендрариум или что-то. Не дендрариум, это там... крысы разные сидят, и он диктует сам себе. Вот такая-такая, глаза такие-то. А вот лекарства на кого действуют? Он каждый отдельно там что-то делал. И... Так и здесь. Я просто люблю это узнать, исследовать. И мы сейчас и лезем на чердак. Ну, что-то заснимет Володя. Я принесу эту голубку сюда. Вчера я контейнер приготовил в нем. И здесь тогда по порядку все покажу, как это делается. А голубеводы, когда выращивают, это не просто так. Это много времени уходит на это. Вот мы выходим. Перед выходом всегда нужно перекрестить впереди себя и совершить крестное знамение. Вот так. Отрекаясь от сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов его. Все. Не бояться никакого облучения. Там кто-то тебе штрих-код поставит. Это все бредня. Крестная сила знамения. Все кончилось. Так. Выходим. Ну-ка я вот так. Ну, погода такая теплая, посмотри. Вот скользко так, смотри, очень осторожно, держаться надо. Вот уже подсохнет вчера. Тут уже льда нет, понимаете. Так все это выходит. Заходим сюда.
Надо держаться. Смотри, крепко держись, аккуратно. Вот сюда зайти, а вот тут повернуть. Там у меня литок, вон он закрытый. И палочкой туда закрыт. А здесь что? Открыть литок. Когда бывает закроешь, а потом забыл, сошел, и голуби там без воды все погибнут. Ну а теперь мы будем на голубятни. Это мы на нашем чердаке. Это у меня пшеница. Вот она, пшеница висит. Видно все, висит. Видите, сколько мешков? Благодаря Игорю. Вот большая бочка. Вот сколько. Здесь книги у меня еще хранятся. Вот, бочки-то, смотри, сколько. А вот ларь. Ларь — это большой ящик сделанный. Вон он как. Ну, больше, почти 1,70 м ширины. Это вот труба из дома идет у нас. Теперь вот он идет. Бросаем. Так, мы сейчас заходим. Я беру, да я ее сюда вытащу. Положу здесь или возьму. Так. Господи, благослови. Заходим. Маленько прикрывает вперед. Мне надо найти, где она есть. Поверху. Хорошая воевуля. Только голос не подавай, они испугаются. Куда она делась, я не вижу ее. А вот она сзади сидит. Вот, маленько соронку. Вот она, покажи. Вот я ее взял. Вот она. Знаешь, какой у нее? Раздвоенный этот хохолок. А она дикарка. Вот у меня специально коробочка. Так, пос. Вот, я вчера тут веревочки тут сделал. Вот она все держится. Ну, а теперь покажи сюда. Вот они сидят, мои голуби. Аккуратненько, внимательно. Некоторые парят уже, вот они все вокруг. Очень породистые были. Ну, а там вон дальше два дикаря. Вон с ним, вон сидят. У тебя там крутятся цифры-то? Да-да-да. Так вот. Ну и вот они здесь. Я их закрыл, чтобы это не вылетело. А вчера какая-то голубка, вон они там пошли. Все летало. Или голубь тут. Может быть, ее пара с улицы откуда прилетает с элеватора. И вон они, вот туда загляни, туда вон, видишь, сидит. Там это сидит на яйцах. И сейчас трогать нельзя. Но они мой голос слышат. Вон, видишь, еще одна сидит. Сегодня 8 марта. Они первый выводок, все застудили, они погибли. А вот я им дал здесь. Это сегодня пока не будут здесь. Пора подержу. Из-за этого вот голубки. Но я отдельно где-то. Это выше все. Погода такая была. Вот они все. Уходим. Я тут не вижу, так это прикрою. Вот. Вот. Вот я лажу, вот сюда лажу несколько раз в день. Так. Пока не буду закрывать, тут еще нет. Потихоньку уходим. А вот это у меня большая коробка, когда в потеряйку будем ездить. В ней кошки тут могут быть или еще, то вот она закрывается. И она обшита еще дерево плитой. Тут мощная такая коробка. Вот она. Сверху как. И увожу туда. Это вот лари, все это пшеница и семечки. Тут больше тонны, наверное, висит. И столько же потеряевки, даже если не больше. Вот потихонечку. Слазь. Я подожду, когда. Держись крепче за эту. За лестницу держись. Не спеши. Спешить не надо. А потом я днем сюда занесу ее. Однажды упал с лестницы. Руки были заняты, потому что я нес пшеницу и горох. Две банки. И скользко было. Я вот здесь вот не изверся. Но зима была. Вот он. 13 ступеней у меня здесь. И я грохнулся в снег и ничего не повредил. Лежу в снегу и сам себя шевелю. Думаю, нет, все целое.
Господь как дал. Потому что люди молятся. Осторожно здесь. Вчера стаяло все, и я тут лопатой убрал, ну, застыло. О! Слава тебе, Господи! Я хочу показать самый полный путь, процесс, к этому, может, уже не придется возвращаться. А то по частям показываем. И вот дальше, как у нас все это дело идет. Ну, тут это дрова у нас, тут все на печке. Покажи, вот дрова как. Эти дрова приносим, они там лежат на... и сушатся. И затопил печь, закрой плиту. Это появилось, когда маленький котенок, палец заскочила на плиту. Оттуда зашла на решетку-то и спрыгнула. И так сейчас все закрывается. Вот. Там уже никак ничего не сделаешь. И здесь второе, там надо маленько прикрыть будет. Вот все. Ниоткуда же прыгнет она, никуда ничего. Теперь, ну это ладно. Я, чтобы не жарко было, поставлю. Теперь дальше. Что надо делать? Мне надо выпустить голубей, посадить кошку. Вон, покажи, где Паля. Вон, он подтягивается. Паля, Паля, Паля. Тигренок наш. Это все у меня. О, фонарик упоронил. Тут что мне надо узнать. Ну, ничего, тут наш. Пока уходил, кто-то еще пришел. О, лежит, развалилась. А, кто тут лежит? Ну-ка. Ой, любит поиграть как. Ну-ка, давай. Паля на втором этаже спит. У нее матрасик здесь, подушку. Там подушка дальше. Она ее вытащит и под голову кладет. Ой, да как. Вот самое уязвимое место живота, и она дает. Это значит полное доверие. Вот она, кверх ногами. Давай, Паля, выходи. Ну, сейчас не играть. Мне надо тебя спрятать. Пошли. Ой, она не поймет, почему так рано-то. С утра прятать ее надо. О! Давай. Давай, вот так. Ну, сходи туда, сходи. Давай. Вот так. Давай. Хвостик. А теперь вот этой тряпочкой. И такая палка ей воткнуть. Все, уже не выйдет. Дальше. Дальше мне надо это убрать. Сейчас стряхну с нее пылиночки разные. Все. Это под это я кладу эти газетки, чтобы не запачкать ее матрас. Она тут лежит. А теперь будем вызволять топ. Маленько не так. Мне надо сначала... Осторожно, назад. Гляди, чтобы не стукнуться. А то у меня семечки. Я семечками выманывать учу их, чтобы они знали, их любят. Вот, теперь я открываю сейчас. Открываю. Так, минутку. Покажешь сейчас. Подожди. Подожди, тут где... Вот сюда вот я насыпаю семечки везде. И посмотри, где они. Вот большой, это отец сидит. Вот он. А вон маленький голубенок у них. А вот она сидит, голубка. У ней на двух яйцах. Вон зоб-то на дулках. Если я руку сейчас суну туда, он сразу ударит. Вот, и она, как гляди, зашевелилась. Ну никак. Ну все теперь. Я потом убирать буду, когда они вылетят. Сейчас я буду кричать, и они будут вылазить. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Хорошо бы двое вылетели, чтобы облет был. Гуля, 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 гуля. Вот сюда, встань где-нибудь. Посмотри, чтобы рядом снимать. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Сидит. Вот какой. Ну ладно, он сейчас вылетит. Вот голуби, это интересно... Как сказать, животина такая, самая большая по размеру, которая летает в небесах, и которая возвращается, и притом каждый день. И притом одни летают в облаках, ночуют, не опускаются, как стрижи поднимаются, и во сне крыльями машут, и не опускаются. Есть голуби такие, за облака скрываются. Но когда ветер начинается, их может куда-то унести. Вот он прощается с ней. Я, дескать, пойду, ты пойдешь со мной? Я перевожу. Да нет, я боюсь как бы не застудить.
Да ладно ты, на короткое время. Вот, а потом вернешься. Молодец ты у меня, хорошая ты мне попалась. Все, диалог закончился. Вот он, голова показывается. Давай, выходи. Хлопанье, крик, а это крыльев, она слышит. Она тоже вылазит. Внимательно. Все, нам это и требовалось заказать. Теперь дальше. Пока не ушли, я скорее вот это закрываю. И вот сюда вот начинаем быстренько городушку делать. Вот так вот. Это бруски такие маленькие. Мне надо вытащить того голубенка, чтобы он отправился. А она сейчас будет рваться к этим. Вот сюда. Подожди-ка. Главное, чтобы она не успела залететь. Она сейчас будет рваться туда. Вон он сидит. Прижался. А вон они два яйца. Вон она их парит. Я их пальцами не задеваю, чтобы запаха не было. А то бывает капризная такая. Так, я полез, беру. Ой, какой он у меня сидит здесь. Сейчас я проверю, как они его кормят. Это зоб. Ну, сейчас-то совсем почти ничего нету. Наверное, сегодня не кормили еще. Вполне большой эти. Какие крылья у него. Ой, да какой молодец. Он уже не боится. Вот так. Я его здесь оставляю. Здесь закрываю. Почему? Потому что я еще не убрал. Так, а сейчас убирать буду. Покажу, как убирается. Все это по-быстрому. Фонарик у меня. Смотри. Что меня интересует? То, что где он отправлялись где-то. Вот он. Это он, голубенок, отправлялся. Я вот так вот. Раз. Одна бумажка. Вот она, все. Взял. Тут у меня книжка. Была изодрана какая-то волшебная, кто-то принес на сожжение. Я сейчас все их вытащу отсюда, и она может залететь тогда, голубка. А мне как раз и надо, чтобы она залетела. Вот, это я у него вытаскиваю у голубенка, то, что он оправился. Там у меня есть где питаться им, ну, основное уже почти все. О, слетели вниз. Вот теперь мы сейчас уйдем, чтобы она залетела туда. Тогда я приступлю к конечной операции. Вон она где. Наблюдай. Все, наблюдай скорее, как она туда будет залазить. До конца. Прогляди. Все? Не наступила. Села она, нет? Садится. Все. Садись, 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 никто не тронет. Все. Так, теперь мы закрываем ее. Вот то, что я делал здесь. А этот-то сидит он. Сейчас он здесь походит и маленько выйдет. Он вылезет теперь оттуда. И за ним все время надо убирать, чтобы он поэтому не ползал по своим отходам. Это Синельников какой-то тут. Колдунами все знался. О, давай уберем. О! Так. А вот теперь я буду опыт дальше делать. Здесь придется закрыть. Вот сюда вот пройди. Наверное, вот сюда в уголок встань где-то. Его поснимаем, как лезет. Через эту будет перелазить. Так, теперь смотри. Ну, там время от времени он, ему не нравится. Готово дело. Теперь его покажу, вот он сидит где. А вот эту голубку, вот ее никак не удержишь, когда нужно. Мне нужно пришить ей было вот эту тряпочку, чтобы видно было, что это мой голубь. Вот, запятнать. Как я делаю? Я взял один держит, а другой опрокидывает. А Володи дома не было. Я беру тогда рукавичку. Вот это угольная у меня рукавичка-то. Ее туда заталкиваю, а в темноте они вообще это. Вот все. И теперь я ее перевернул, она даже не шевелится. В рукавичку и все. Рукавичка темная должна быть. И вот я ей на ногу и пришил. Вот, видишь, что? О, нитка длинная, это вредно. Это вредно. Она, ниточка где-то зацепится. Вот хорошо, что сейчас я увидел. Астрик, вот она. Когда берешь за пазуху, они совершенно, вот, как будто бы ее тут нету. Теперь я ее выпускаю. Но я боюсь, как бы она сюда не залетела. А теперь она осмотрится. Смотри.
Он не знает то. Он сразу к ней. Я впервые такое здесь делаю. Мы на его показываем, где он ползает там. Он никогда ее не видал. Как они знакомиться будут? А она это или он? Сейчас узнаем. Вот он обхаживает ее. Она на него смотрит. Вот говорят, пиджин — это голубь по-английски, пижон. Все. Можно или нет, я хочу узнать, когда один самец, а несколько самок. Как, она спрячется от него. Она боится. Действительно ли он такой хороший? Это глядь на меня. Я убираю все здесь, потому что тут другое началось. А это... Он, на него только не наступить. Вот он под ногами. Вот он погнал ее. Такое-то у них любовь называется. Он ее гонять будет, теперь от нее он не отстанет. А как та ведет себя? Она слышит, что тут делается или нет? Как она реагирует на все? Не ревнует ли? Не знаем. То есть никаких признаков нету. А вон он ее гоняет. Все. Куда ее загнал? Она не ожидала, то среди ночи ее взяли там, и вдруг такое дело. Он, а то вот когда он долбит, это значит любит по-голубинному. Ой, как он, видно, что он в силе. Тут что ему, семечки даю, и все, он сильный. Он-то знает, что она не знает, куда она садится, на стенку. И он за ней с хохолком. А вот если она примет ее, значит, ей где-то отдельно здесь, и он ее осеменит, и где-то отдельная коробка будет, и, значит, от двух, от одного будет. Ну, мне это трудно в такой маленькой комнате делать. А вон они уже там. Вон он гоняет ее. Ну, что такое? Да прямо долго. Настойчивый. Это первый раз такое. Вон оно куда. Это у меня закрыто, чтобы на иконы не попадали. Он куда сел. Он ее потерял. Ну, мне тут ждать его некогда. Я его сейчас тряхну маленько. Ну-ка, давай отсюда. Голубенок, аккуратней. Он не успокоится на этом. Обязательно полетит к ней. Вон он где. Так, поэтапно. Она, конечно, хороша. Красавица. Даже так взять, так она красивее, оригинальнее его жены. Ну, а он, ну, он в силе. Это настоящий русский, ну, Соломон настоящий. Конечно, в кавычках, с маленькой буквы. Вот теперь он рядом. Ух ты. Нет, а ему не успокоиться. Не наступи, голубенка. Вот он, голубенок. А этот пошел по полу. Он его кормить, может быть, будет даже. Давай я его туда. Вот она как села куда. А его я вот сюда поставлю. Положу. Вот так. Не наступи. Дальше. Вон он где стоит. Он не поймет, где она. Вон она. Нет, он ее не оставит в покое. А она сидит и, не, и виду не подает. Что ж такое-то? У нее никогда такого не было. Он забыл жену, забыл ребенка. Что-то молодая, красивая девушка, может быть. Женщина. Мужчина в отпуске. Ну, приехал на курорт куда-то. Никак. Там сесть не смог. Но достать ее надо. Ласками, вниманием. Чтобы она сдалась. Пижон. Пиджин. А она там сидит. Ну, один из вариантов такой, ее согнать надо будет оттуда. Он не может добиться. Мне это ждать долго.
Вон он к ней. Сейчас я его. Так, ну-ка. Ну-ка давай. Видишь ты какая, ты смотри. Ничего не могу сделать. Это надо. Надо же как. Я сейчас пойду палочку подлиннее возьму. Вот здесь, полез я. О, это у меня метр. Видишь, как он разбитый на эти разные. Мерить удобно. Метр. А теперь я ее сгоню этим метром. А ну-ка давай. Давай, давай, давай. О, он ее заметил. Ну-ка давай. Ну вот тут и он ее найдет. Красавица какая. Как точеная вся фигурка-то какая. Как мраморная. Вот. Она не знает куда. Это будет длинная музыка. Ну, главное, показали. Потом, если еще будет, можно будет рассказать. Нам просто некогда уже время. Вон она где. Вот она села туда, и он рядом. Ну, тут он ее достанет. Нет, тут уже надо знакомиться. Вон как глядит на нее. У него ничего больше на уме нету. Ну-ка. Ну-ка, давай. Вот он пошел к ней. Тут он ее видит, уже просто так не оставит. Это вторая жена. А вот если сейчас в отдельную клетку я его буду сажать, утра два, ну клетка такая, чтобы некуда было вылететь-то. О, он летать не будет за ней. И она склонит голову перед ним. А жена ничего не знает. И он тоже начнет, выпущу, теперь она будет его слушаться. Я знаю дальше, что делать. Но вот комната такая, ну, трудно экспериментировать здесь. Но все-таки вот после сна Володя заправил свой верхний этаж. Это Никитин, тут все закрыто. Чтобы не запачкать. А вот она стоит. Ну-ка, давай к нему, иди. Ну, ну давай, давай. Вот она, прямо к нему вышла. Она не видит эту ниточку. Он попер ее. Вот она. Ну-ка, давай. Ну все, однако, теперь дальше понятно, я рассказал все. Вот так, вот видишь, дядя, пошел. Он ее замучает, будет давить, пока она голову не склонит перед ним. Ну вот посмотрю, за утро он ее приголубит или нет. И слово-то какое, голубит, это значит ласкает. Он, видно, грудь у него какая мощная, он весь набитый силой. Так, я не вижу, где этот малыш-то, чтобы не наступить его. Куда он делся? Вот потеряла. Там на один. Нету его там. Нету. А, вон он где. Вот он. Залез за это. Все. Вот он какой, она уже парит, а он еще никакой, он совсем беспомощный. Ну, это по-нашему, по-человечески, может быть, там полгода. Ребенок совсем. Он даже не летать и ходить толком не может. А она здесь вот, ты давай-ка улетай отсюда. Ой, а тут она подала ему. Вот. Гонять все время. Это неправильно, что гоняют, а ну пока никак. Показать, с каким наскоком он идет за ней. Она не видит ни провода, ничего, она не видала этого. Она просто испуганная.
Но она знает, что за ней гонится мужского пола. Ухажер. Ну-ка давай. Вот он где. Ой. А поймать это ничего не стоит ее. Вот он гоняет за ней, заметь. Как только она где-то села, сейчас, я ее сразу могу взять. Выключу только свет. Так, где она? А этот-то экран-то. А? Экран-то работает. А, экран работает. Ну, правильно. Экран надо закрыть. Вот так вот. Если она сейчас сюда где-то летит... Вон она, вон. Где она? Вот. Ну, я сейчас тут... Надо стул взять мне. Сюда. Сюда, чтобы только не залетела. Так, теперь смотри. Все. Выключай время от времени, закрывай. Так, еще. Выключай, выключай. Включай. Выключай быстро. Еще раз. Все, включай. Вот так. Если я ее сейчас запущу в коробку, разрушено будет все. И маленький, и большой. Ну, не вырывайся. Я тебя спасаю. Я потом что-то днем отдельно его где-то тут сверху, вот в эту часть. А вот даже можно сейчас это сделать. Так. Вот что он будет здесь делать ей. Все, я закрою, чтобы жена не видела. На время закроем. Шторки опустим в роддому. В роддоме находится. А, теперь надо еще ему его поймать. Ну, я ее сюда отпустил. Вот она где. Там видно, нет тебе? Так, ну, выключай свет. Так, сейчас быстро включи, выключи. Еще. Я не вижу, где он. Подожди-ка, еще. Еще раз. Давай, еще. Он бегает. Его никак нельзя взять. Включай, выключай. Мне надо его теперь туда посадить. Включи-ка, я с лестницы здесь. Выключай. Так, еще раз. Включи, выключи. Включи, выключи. Мигай. Так, еще раз. Так, еще раз. Быстро выключи. Опа. Включи, выключи. Еще. Ой. Так, ну-ка еще раз. Ноги давят сильно. Подожди, включи. Мне надо тапочки надеть. Эти маленькие, они ноги мне режут. Так, выключай. Так, быстро включи, выключи, чтобы я мог залезть. Так, еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ого, все, все, включай. Ого. Ничего, ничего не будет с тобой. Но ради твоего блага. Генри Гиммлер же выводил особую породу из людей. Но красавец. О, вон она где сидит, эта незнакомка твоя. Ей Крамской посвятил картинку. О, увидал, он ее не видит еще. О. Он не видит ее просто сослепу. Так, так, увидал. Что, что-то прихрамывает или что? Так, подожди-ка, подожди, я посмотрю. Что-то у него сам с этим. Да-да, подожди маленько, включи, выключи. Выключи. Свет. Ну-ка, включай. Это моя вина. А, нитка зацепилась. О, нитка, видишь. Так, надо нитку эту найти и убрать. Где она у него на что сцепилась? А вот она, вот она. От веревочки этот. Сейчас. Ну-ка подтяни ее маленько, не веревочку эту. Не-не, там этот у него.
Коготок. А? Коготок зацепили. Зацепило коготок. Да. Что-то... Ногу не пасусишь. Так, все? Все. Это вот на ноге у меня насыхает тут. Я должен убрать все. Подожди-ка. Это значит у него вот эти вот шишечки-то я не проверял. А они ему не дают засыпиться. Коготок-то у него. Ну, там сидят помет же, он засыхает. И у маленьких голубят это. Вот так. Вот, смотри теперь, что он ее увидал. Увидал. Вот он. Она сидит. Все. Теперь он ее долбит. Видал, что? Тут ей летать некуда. И она сейчас будет всячески голову поднимать выше, чтобы... Она села уже в гнездо. Я могу сделать второе гнездо ей. Он ее... Что, покоряешься ты или не покоряешься? Если она покоряется ему, то открыть мне нельзя решетку, чтобы снимать легче было. Тогда она ляжет перед ним, ляжет пластом. Она еще убегает. А убегает, это значит, что он ей за хохолок-то удобно. Хохолок, за... как Жириновский-то, эти женщины, за космы да ей. Видал? Покоряет под ноги себе. Жена да боится мужа своего. Вот он на праке. Его голубь это не подкаблучник. Это учиться надо у него. Вон как, какой, каким наскоком ее. Ну, Жириновский настоящий вот так вот делал он. Женщина не так, он за косишки долой. А то его там обливает стаканом какая-то женщина. Да куда это годится? Там Собчак или кто? А жена ничего не знает, сидит. А он тут покоряет себе сердца. Уехал куда-то в Анапу. Вот он-то не понимает этого. И вот она приехала сюда. Она не замужняя, а может замужняя. Неважно. Главное, что он ее теперь все учит. Уму-разуму. Осторожно, под ногами. Сокровище наше. Смотри. Батька твой какой шустрый-то. Учись у него. Но. Вот он какой у него. У тебя дети не хуже будут. Покоряйся по-хорошему. У него тоже прилипает. И маленький еще желтенький эти пушок. Но это совсем махонький. Сосунок. Еще памперсы не убрали. Вот так. Сейчас мне надо убрать все здесь, лестницу. А то у меня лестница специально. Вот говорят, человека определяет какой возраст, а востребованность, интерес к жизни. Люди-то стареют от чего? Один остался, никуда. Шаляпин уехал и в один месяц сгорел. Вот он стоит. Это интересно, голуби. Это не воробей. Из ручных птиц это не курица, не гусь. Они летают в небо. Самое большое число пород это у голубей, которые дикие. Ну а теперь что? Мне надо разблокировать. Я сейчас сажусь здесь. Ну и все на этом. Если сильно будет обижать, я тогда... Что он задел? Загнал и сам залез туда, да? Нет, они по разным местам все. Все? То есть он свое дело делает. Все на этом. Я сейчас подниму, чтобы... Тепло шло сюда. Заканчиваю? А, да, вот сюда. Вот так. Положок. Вот у нас опускаем и сразу. А другой у меня положок из марли этой, из тюли. И они туда почему-то лезут. Ну, туда не пускаем. Все на этом.